Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – текст в тексте, метатекст. Мы сегодня рассмотрим понятие «текст» и «метатекст» в литературной теории. Покажем, как эти понятия связаны с метаязыком в лингвистических теориях. Рассмотрим эту взаимосвязь на конкретном примере – повести Пушкина «Станционный смотритель». Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Первый. Метаязык и метатекст как понятие. Второй. Взаимоотношения между художественным и языковым кодом в тексте. Третий. Метатекст и его расположение в тексте. Функции метатекста. Метаязык и метатекст. Художественный текст является сложной многоуровневой системой, которая строится на основе языковых средств национального языка, одновременно образует кодовую систему автора. Язык автора считается языком второго порядка, по отношению к которому литературный язык является объектом. Необходимо различать понятия метаязык и метатекст, которые образуют в художественном тексте сложную систему. Они взаимосвязаны, как форма и содержание, представляют нерасторжимое единство. Метаязык анализируется в лингвистических теориях текста, метатекст в семиотических теориях, в художественной практике литературного дискурса. Посредством метаязыка исследуются и описываются свойства языка, которые называются предметным, объектным. Среди многочисленных понятий метаязыка встречается его определение как метакода. В анализе текста художественного произведения художественный код и языковой взаимосвязаны. В литературной теории нет четкого разграничения этих понятий. Роланд Барт считал, что такая противоречивость вызвана отсутствием в классической литературе и теории методики специализированного языка описания. Положение в этой области усугубляется литературой постмодернизма, в которых авторы используют языковую терминологию в тексте. Метод герменевтического анализа текста. В филологических науках сегодня намечается тенденция к интеграции анализа текста на основе лингвистических и литературных теорий, которая открывает возможности более глубокого его прочтения, обнаруживает подтекстовые смыслы. Отметим, что подобных работ, синтезирующих эти обе стороны художественного произведения, пока еще мало. Подобное положение объясняется тем, что интерпретатор должен владеть обеими научными теориями, уметь объединить их для определения художественного произведения как единого целого. Отчасти этой проблемой занималась генетическая литературоведение. Одним из основоположников метода был Николай Кирьякович Пиксанов. Метод основывался на выявлении текста порождения. Метод Пиксанова-Томашевского лег в основу герменевтического анализа. Объектом научного интереса, которое является теория текста, проблемы метатекста. Методология подобных исследований только намечается. Текст как знак. Текст литературного произведения отличается от текста технического и других документальных текстов наличием вымысла, художественным абстрагированием. Он создает вымышленную картину мира, в которую автор может вносить дополнительные смыслы.
Эти смыслы вставки могут отправлять читателя к другим текстам или событиям, которые на первый взгляд совершенно не связаны с текстом, а также и к нетекстовой реальности, невербальным текстам, которые могут иметь место в тексте. Так как художественный текст является словесным видом искусства и соотносится с ними, в задачу интерпретатора входит рассмотрение текстовых знаков, их функций в структуре единой художественной системы. Сложность определения знаков заключается в том, что одни и те же знаки могут рассматриваться как лингвистические, так и литературные, смысловые. В таком случае большую роль играет их расположение в тексте, движение по тексту, повторяемость. Акцентные знаки сцепления. Особое значение приобретают акцентные знаки сцепления по определению Толстого. Писатель заметил, что нейтральные по смыслу слова в тексте вступают во взаимосвязь и приращивают смысл. Подобный подход можно охарактеризовать как принцип самоорганизации текста. Возникает противостояние творящего субъекта и объекта изображения, два полюса, внутри которых создается организация художественной системы. Текстовые знаки распределяются по двум основным осям – лингвистические и семиотические смысловые. У языковых знаков свои параметры и функции, обозначенные лексико-грамматическими категориями. У семиотических знаков функции намного шире. Они вступают в тексте во взаимосвязь с метатекстуальными знаками-символами, метафорическими, мифологическими, жанровыми категориями других текстов. Образуют разветвленный диалог на уровне литературного ряда текстов конкретного автора, а также и литературного ряда других авторов. Раскрыть все эти коды практически невозможно. Задача интерпретатора. Поэтому один и тот же текст художественного произведения может интерпретироваться по-разному интерпретаторами, которые живут в одну эпоху, как и авторами-интерпретаторами, которые отстранены от текста большим временным диапазоном. Задача интерпретатора заключается в умении не отходить от основного корпуса текста, не увлекаться возможными интерпретациями, домыслами. Эта система требует декодировки от читателя и автора. Расшифровать все смыслы автора даже небольшого произведения фактически невозможно. Каждое поколение читателей и исследователей вносит в дешифровку текста свои коррективы, так как текст живет в другом временном измерении и приращивает смыслы. По своей природе художественный текст является частью культуры своего времени, он взаимодействует с другими текстами, которые разными нитями связаны с ним. Метатекст рассматривается как текст, который предназначен для анализа законов построения художественного текста. В одном тексте может быть один или несколько метатекстовых элементов, фрагментов, каждый из которых работает на образование художественной целостности текста. Семантический узор. Метатексты и метатекстовые элементы являются инородными частями текста, так как расширяют его семантику, выходят за его пределы. Анна Вишбицкая задается вопросом, представляет ли это один связный текст? Разумеется, нет. Это не текст, а двутекст. Метатекстовые нити создают семантический узор, соединяют различные элементы основного текста. Вишбицкая заключает, иногда их можно выдернуть, не повредив остального, иногда нет. Филологический анализ текста позволит синтезировать лингвистический и литературоведческий анализ художественного произведения,
показать процесс взаимодействия мета-языка, мета-текста и мета-текстовых элементов. Обратимся к конкретному произведению. Рассмотрим метатекст в тексте повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель». Лингвистические теории применяют новый опыт декодировки текста на практике. Топоров, Лукин, Успенский. Литературоведческая практика все еще отстает. Синтез современных лингвистических и литературоведческих теорий текста может дать ощутимые результаты и углубить понимание даже известного хрестоматийного текста. Имя произведения, заглавие. Постараемся показать, как современные методы исследования метатекста в станционном смотрителе Пушкина позволяют декодировать свернутые семантические пласты структуры, показать новые смыслы на уровне формы. Традиционный анализ повести Пушкина «Станционный смотритель» основан на защите прав маленького человека, породившего целую галерею персонажей в русской литературе XIX века. Отметим, что художественный текст – многоуровневая структурная и смысловая система, декодировка которой возможна на разных уровнях и с разных точек зрения. Подобного рода анализ может выявить наряду с социальными аспектами важные тематические уровни, образующие целостную художественную систему. Раскрытию социального аспекта художественного текста способствует само заглавие. В качестве сильной позиции текста заглавие в данном случае выполняет функцию имени произведения. Функция эпиграфа как текстового знака. Станционный смотритель в России был чиновником 14 класса, мучеником 14 класса. Таким образом, социальный аспект, как основной, заявлен в заглавии. Следующий за заглавием эпиграф как бы удваивает это значение. Коллежский регистратор, почтовой станции диктатор, князь Вяземский. Эпиграф в данном тексте является метатекстовым элементом. Эпиграф цитату Роланд Барт рассматривает как заимствование части текста донора. Эпиграф – сильная позиция текста. Это авторский знак, который указывает путь читателя. Эпиграф расширяет диапазон понимания текста, но не предлагает только одно толкование. Пушкин словно вторит Вяземскому, хотя считает, что он несколько перефразировал цитату, назвав губернатора-регистратора коллежским. Какова должность сего диктатора? Как называет его шутливо князь Вяземский? Спрашивает автор. С такой авторской подачей укоренилось мнение, что Пушкин придает слову «диктатор» иронический смысл. Заглавие и эпиграф обладают независимыми структурными и семантическими компонентами. Они рассматриваются нами в качестве свернутых текстов. Пушкин намеренно вводит читателя в заблуждение. Метатекстовый элемент в тексте. Речь идет об отношении лирического героя стихотворения Вяземского «Станция» к губернскому регистратору, по воле которого автор просидел на почтовой станции с лишним 7 часов. Диктаторство в данном случае относится к проезжему, вынужденному подчиниться сложившимся обстоятельствам. Стихотворение «Станция» – метатекстовый элемент, который может быть незамечен читателем, но понят интерпретатором. Приемы несоответствия и направленности текстов Пушкина на полемику с конкретными литературными адресатами широко известны литературоведам – Кожина, Мильчина, Турбин. Поэтому вполне возможно применение автором подобного приема и в данном случае. Действие в повести происходит на губернской почтовой станции, тем самым эпиграф как бы соотнесен с местом изображения.
Однако Пушкин устраняет ясное несоответствие, которое допустил в стихотворении Вяземский. Будучи сам чиновником, автор хорошо знал табель о рангах, в котором не было должности губернского регистратора. Губернский же секретарь относился к 12 классу. Тем самым автору важно было подчеркнуть не место действия в повести, а принадлежность персонажа к самому последнему классу чиновников. Пушкин придавал эпиграфам особое значение. Известны случаи, когда он сочинял их сам и приписывал другому лицу. Структура эпиграфа как свернутого текста. Основной корпус эпиграфа повести состоит из двух частей. Первая часть – коллежский регистратор, имеет отношение к службе и удваивает смысл заглавия. Обе эти должности являются гражданскими. Явно полемично по отношению к первой части эпиграфа и заглавию вторая часть эпиграфа – диктатор. Как сильная позиция эпиграфа, вторая часть образует в тексте свой семантический ряд и вербальную сеть. Суть этого слова, на первый взгляд, заключается в его абсурдности. В XIX веке рамочные тексты приобретают художественный смысл. В предисловии от издателя в повестях Белкина Пушкин вводит рассказчика, от лица которого ведется повествование. Однако структурный анализ эпиграфа позволяет зафиксировать авторскую позицию и явную полемическую направленность по отношению к эпиграфу. Поэтому можно утверждать, что эпиграф является интертекстуальной позицией текста, вне зависимости от наличия или отсутствия его повтора в тексте. Примечания и дополнения нужны. Пушкин не боялся аналогии. Он строил свой текст на противопоставлении им. Вся грубость путешественника у Вяземского по отношению к смотрителю заключается в переходе от вежливой формы обращения к обращению на «ты». Положение у Вырина сложнее, его оскорбляют, иногда и замахиваются нагайкой. Он вовсе не диктатор на почтовой станции, принадлежит к сословию стационных смотрителей, которые вообще люди мирные, от природы услужливые, скромные в притязаниях на почести. Такую обобщенную характеристику дает автор своему персонажу, обобщенно озаглавлен также и текст. Боясь гнева господ и их нагайки, он прячется за спину своей дочери, красота которой усмиряет гостей, тем самым диктуя ей негласный кодекс поведения. Вяземский к стихотворению «Станция» написал довольно пространное примечание. Если предисловие к повестям Белкина имеет художественный характер, то примечание Петра Вяземского можно рассматривать именно в качестве собственно примечания, на что указывает уже первая фраза автора. В наш исследовательный и отчетливый век примечания, дополнения, указания нужны. Пускай читатель даст себе труд отыскивать сам соотношение между стихами и примечаниями. Историческая обстановка и ее рецептивный аспект. Пушкин также ищет несоотношение между своим текстом и текстом Вяземского, усложняя тем самым задачу. Разговор путешественника в станции перекликается с началом пушкинской повести. В стихотворении Вяземского также говорится о мимолетных взглядах молодой кокетки. На этом аналогии не кончаются. На станции путешественник у Вяземского видит на стене картинки Тмутаракани. У Пушкина же проезжие также на стене замечает картинки с изображением истории блудного сына. Каждая из этих картин выполняет в художественном тексте свою роль. Можно предположить, что упоминание о Тмутаракане соотносится с личностью самозванки княжны Таракановой. Слухи о ней были вызваны явной аналогией с двусмысленным положением Николая I. В
Период написания станции совпал с 1825 годом, временем восстания декабристов и наступившей реакцией, кратким периодом безвластия, ожиданием смуты. Николай колебался принять престол, чувствуя себя самозванцем, и дважды просил Константина подтвердить свое отречение. Метатекст в лубочных картинках. Библейская легенда о блудном сыне также противопоставлена в тексте судьбе дочери. Сын в притче вернулся, а дочь нет. Метатекстовые элементы уходят глубоко в подтекст, указывают не только на интертекстуальные связи с другими текстами, но и через них опосредственно с историей, культурой времени написания произведения, приглашают получателя к размышлениям о прочитанном. Вначале лубочные картинки описаны подробно. В первой почетный старик в колпаке и шлафроке опускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека. Далее промотавшийся юноша в рубище и в треугольной шляпе пасет свиней. Наконец представлено возвращение его к отцу. Добрый старик в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу. Автор подробно излагает содержание притчи о блудном сыне, хотя она хорошо известна читателям его времени. Блудная дочь. Антитеза блудному сыну. Притча передана через восприятие Белкина и наивные лубочные картинки. Простота и лаконичность описания не снижают, а углубляют смысл библейской притчи. Именно с ней ассоциируется основная тема повести – тема греха и покаяния. Притча находится в центре понимания гуманности, которую олицетворяет Нагорная проповедь. Автор упоминает еще два раза лубочные картинки. Второй раз по приезде Белкина, уже после бегства Дуни. Третий раз в финале, как напоминание рыжему мальчишке, который живет в домике Вырина и не имеет никакого отношения к трагическим событиям о его сыновнем долге. Известно, что Пушкин – мастер лаконичной прозы. Трехкратное упоминание притчи связывает все мотивы текста в одну единую цепь, повествует об обоюдном грехе отца перед дочерью, дочери перед отцом. В тексте метаязыковые компоненты раскрывают значение притчи, подкрепляют метатекстовые смыслы. Этимология имени – функция метаязыка. Диктаторство Вырина проявляется уже и в этимологии имени и фамилии, а также в них по-пушкински выражены несоотнесенности. Самсон Вырин носит, на первый взгляд, совершенно неподходящее для него имя. Самсон от древнееврейского «шимон» – «солнце», в библейской мифологии «герой», которому приписывается сверхъестественная сила и отвага. Может, сила его в хитрости, в умении манипулировать людьми, диктовать поведение. Фамилия персонажа также трудно поддается расшифровке. Она многозначна, каждый ее аспект образует в художественном тексте свою вербальную сеть. Художественный код фамилии. Фамилия локализована по месту действия. В поселке Выра был почтовый тракт. Сейчас там открыт музей «Домик станционного смотрителя». В словаре «Даля» у него много значений, как диалектных, так и заимствованных. Указывается, что в Псковской и Тверской губерниях слово «Вырий» означает «колдун». В южных говорах «Вырий» – загадочный край, волшебное царство. Глагольная форма «вырить» близка по смыслу к слову «ворожить». В большинстве определений дано указание на хитрость, колдовство. Вырин – хозяин Выры, почтовой станции, околдовывает всех и заставляет действовать согласно своим правилам.
Его волшебный мирок нарушается, когда уезжает Дуня. Ему уже некого привораживать. Жизнь его потеряла смысл. Земной рай оборачивается адом. Сущий мученик не может стать праведником. Отцовский грех Вырин искупает смертью. Так причудливо переплетаются имя и фамилия в тексте. Однако за пределами данной интерпретации остаются все еще нераскрытые художественные коды. Метаязыковые элементы в тексте. Притча о блудном сыне является самостоятельной формализованной структурой. Она обрамляет основной текст, соединяет метатекстовые элементы. Пушкин переосмысляет притчу, позволяет читателю включиться в смысловую игру, задаться вопросом, был бы счастлив Вырин, если бы блудная дочь вернулась. Метаязыковые элементы предваряют финал этой игры. В тексте повести встречаются слова, характеризующие отца и дочь на уровне басенной пары «волк» и «овца». Вырин разрешает дочери сесть в карету с Минским, ведь благородный офицер не волк. В Петербург он едет вернуть заблудшую свою овечку. На антитезный метаязыковой ряд указывает Владимир Турбин. «Довести до церкви, прокатись-ка до церкви, подходя к церкви, вошел в церкви не было». Метаязыковой ряд в тексте. Этот метаязыковой ряд не лежит на одной плоскости. Он разбросан по тексту. Система метаязыковых компонентов в тексте повести характеризуется нелинейной пространственной многомерностью, так как они располагаются на разных уровнях текста. Структурно-семантическая стратегия исследования текста в тексте позволяет вычитать их и определить их место в раскрытии идейно-тематического содержания. Финал повести также имеет многосмысловую нагрузку. Трагический символ черного креста на могиле Вырина и комической тональности дудочки в руках рыжего мальчугана. Критики неоднократно писали о переосмыслении Пушкиным притчи о блудном сыне. Такой финал подтверждают слова Юрия Лотмана. Возникающая при этом в тексте смысловая игра, скольжение между структурными упорядоченностями разного рода, придают тексту большие смысловые возможности, чем те, которыми располагает любой язык, взятый в отдельности. Следовательно, текст во второй своей функции является не пассивным вместилищем, носителем извне вложенного в него содержания, а генератором. Контрпритча. Турбин считает, что перед нами не полемика, не непосредственно Пушкина, собственно, мифом, а полемика, идущая где-то в недрах, в глубинах массовой культуры. В контрпритче этой все и так, как первоисточники, и совершенно не так. Нет рая, есть каторга. Нет безгреховности, есть грех. Можно определить метатекст притчи о блудном сыне в повести как прием пародии. Пушкин оперирует двумя семантическими системами. Интерпретация библейских текстов в художественном произведении остается малоисследованной проблемой. В советской теории литературы существовал запрет на анализ библейских текстов. С 80-х годов XX века постепенно библейские тексты стали анализироваться, но рассматривались как художественные аллюзии, реминисценции, цитаты. Исследователи избегали говорить о сакральных аспектах подобного текста. Поле текста. Только с конца XX века появилась возможность исследования подобных текстов. В данном примере пародия образует взаимодействие трех языковых планов. Притча рассказывается Белкиным, он интерпретирует ее согласно своим представлениям
и увиденным картинкам. Через первый план текста просматривается второй план, основной материнский текст. Третий план воспринимается как интертекстуальный, отсылая читателя к первоисточнику, повести о блудном сыне, которую пародирует автор. Так создается игра автора с читателем. Роланд Барт рассматривает текст как замкнутую знаковую систему. Все произведение воспринимается как знак. Барт пишет: также и в бесконечности означающего предлагается не невыразимость, означаемая, не подлежащая наименованию, а игра, порождение, означающее в поле текста. Итак, мы с вами изучили тему «Текст в тексте», метатекст. Текст художественной литературы – сложное многоуровневое образование. Он строится на пересечении мета-языка и метатекста. Метатекст является инородным образованием, может интерпретироваться по-разному, но служит раскрытию главной темы произведения.